Сейчас мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода московская сторожевая, возраст 7 месяцев, кличка Бусинка. На первом этапе заведите вот такой подсумочек, туда нажите лакомство, и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно с ней поиграть, заодно подготовиться к отработке команды «Ко мне». Команда «Ко мне» — это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в неных местах, без посторонних раздражителей. Ко мне. По команде «Ко мне» собака хорошо, должна подойти мне. И сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. На первом этапе отработайте команду «Рядом». Команда «Рядом» хорошо, дисциплинирует собаку. Хорошо. По команде «Рядом» собака должна находиться с левой стороны. Хорошо, при остановке рядом. Сесть с левой стороны. Хорошо. Команда «Рядом» подается. При начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда «Рядом». То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать поэтапно. По команде «Сидеть» собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличить. Сегодня мы будем усложнять наши упражнения, делать круговой обход вокруг собаки. По команде «Сидеть» собака должна сидеть. Подходим и хвалим собаку. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Обязательно на первом этапе все команды нужно подкреплять лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо, рядом. Хорошо, красавец. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо, лежать. По команде «Лежать» собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличить. Существует три вида поощрения. Первое – дача лакомства, оглаживание и командой «Хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет просто достаточно давать голосовую оценку командой «Хорошо». Сегодня мы усложняем наше упражнение, делаем круговой обход вокруг собаки. Лежать. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, повторили хорошо. Команду, огладили, хорошо. Дали лакомство. Рядом, хорошо, рядом. Рядом, хорошо, рядом. Хорошо будет. Рядом, хорошо, рядом. Порода московская сторожевая, возраст 7 месяцев, кличка Бусинка. Хорошо будет. Сильно прессинговать собаку не нужно. Рядом. Собака взрослеет 2-3 годам. Место. Это глубоко щенок. Команду «Место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «Место» от «Сидеть», «Лежать» или «Стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Делаем круговой обход вокруг собачки, усложняем упражнение. Место. Подходим и хвалим собаку. Хорошо. Повторили команду, хорошо. Огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, Бусинка. Хорошо, красавец. Рядом. Рядом. Хорошо. После того, как провели занятия, дайте рядом. Собаке разгрузку. Хорошо. Для собаки хорошо. Самая любимая команда – это команда «Гуляй». В это время гуляй, можно гуляй. С ней поиграться, гуляй. Заодно подготовиться к отработке команды «Ко мне». Гуляй, гуляй, гуляй. Гуляй, красавица. Гуляй. Ко мне. По команде «Ко мне» хорошо, собака должна мне. Подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, рядом. Огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, красавец. Рядом. Место. Это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода московская сторожевая, возраст 7 месяцев. Кличка Бусинка. Свою работу окончила. Молодцы, ребята. Буся, молодцы.